Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Шамсутдинов сенсация. Информация от отца Шамсутдинова. Обвиняемые признали вину. Друзья, хоть дело Шамсутдинова и засекретили, информация все же помаленьку выходит от отца Рамиля Салима. Ее немного, но, как говорится, чем богато. Солдаты, которые мучили Рамиля Шамсутдинова, признали свою вину. От рук обвиняемых пострадали еще трое срочников. Я сейчас говорю про дело, в котором Рамиль проходит как потерпевший. Дело рассматривают в особом порядке. Это говорит о том, что подозреваемые согласились с доводами следствия, то есть фактически подтвердили свою вину, рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов. Отец рассказал, что помимо его сына по делу проходят еще трое ребят, приговор будут выносить без их присутствия. Почему так, конечно, непонятно. Надеюсь, в ближайшее время информация хоть как-то прояснится. Но это все же еще раз подтверждает, что дедовщина была. И занимались этим не только те солдаты, которых же нет, но и другие. Почему к офицерам претензий нет? Конечно, на данный момент непонятно. Подписывайтесь, если хотите сразу узнавать о новых публикациях. Оценивайте, если было интересно.